Для саровских лыжников лето – не время для отдыха и расслабления. Чтобы добиваться высоких результатов на лыжне, упражняться нужно круглый год. Предстоящие 3 месяца для любого спортсмена – это пора активных тренировок и подготовки к крупным соревнованиям. Летом ребята выезжают на сборы, это лесная поляна, кто-то остается здесь в городе, проходит тренировочные сборы. И традиционно в июле месяце, а в этом году это 20 июля, мы проводим открытое первенство города по лыжероллерам на призы администрации. Открыл летний сезон кросс-лыжников. На старт вышли как совсем юные воспитанники спортивной школы, так и те, кто уже несколько лет посвятил усиленным тренировкам. Маргарита Балякина ходит в спортивную школу 4 года. Не все задания даются девочке легко, однако она не сдается. К открытию летнего сезона Рита готовилась серьезно. Некоторые дни бегали, и бегали полторашки, много, бегали тройки с половиной и 600 метров. И постоянно делали разминку, чтобы подготовиться к этим соревнованиям. Маргарита и дальше хочет продолжать заниматься лыжными гонками и побеждать в крупных соревнованиях. Понимая, что секрет успеха любого тренировочного процесса – регулярность и постепенность, Рита следует нескольким правилам. Часто очень ходить на лыжную базу, готовиться, очень хорошо тренироваться, и есть полезную пищу, и быть таким человеком, который хочет этого достичь, то есть хочет участвовать везде, хочет побеждать. Маргарита вместе со своими ровесниками бежала дистанцию 1,5 километра. Это же расстояние должен был преодолеть Илья Сергеев. Мальчик долго готовился к соревнованиям, чтобы показать лучший результат. Ну, мы как бы показываем свое умение, то, что чему нас научил тренер за какое-то время, от соревнований до соревнований. Илья стал первым в своей возрастной группе. Вместе с другими победителями и призерами он получил диплом и сладкий приз от организаторов весеннего кросса лыжников. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.